Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Плед восточный, два одинаковых элемента. Смотрим, из каких фрагментов состоит наша шестая часть. Один синий, один желтый, один синий, четыре красных, два голубых, один белый, два голубых, четыре красных, один синий, один желтый, один синий. Не забывайте каждый раз проверять симметрично, чтобы вы ничего не упустили, что детали у вас одинаковые, что они соответствуют ширине вашего пледа. И задача связанные детали присоединить к уже имеющемуся полотну. Не пропустите следующую часть, если вы что-то упустили, смотрите плейлист «Плед восточный», там все части представлены бесплатно в свободном доступе.